тут растаяло вроде. Не знаю, что. Какая-то крыша здесь, что ли, была. Так, мы сошли с берега, и сразу здесь была беседка сделана. Крыша обвалилась. Там вот остались лавочка, стол. Ой. Короче, все доски валяются. Куча. Наверное, что-то хотели строить, доски привезли, бросили. Короче, избушка заброшенная. Здесь много лет никого не было. И мы хотим ее отремонтировать немножко, чтобы можно было сюда приезжать. Блин, еще снег не растаял. Место клевое. Вокруг лес. Вот будем смотреть, что внутри самой избушки. Короче, вот такая вот изба. Ну, куртка это уже наша, тут свежая висит. Судя по всему, здесь много лет никто не был. Вот дрова примерно превратились вот в такую труху. Это говорит о том, что они тут несколько лет лежат. Если бы здесь кто-то был, то заготавливали бы какие-то более-менее свежие дрова. А так, получается, никого нет. Были тут какие-то рыбаки. Вот такая прихожка, захламленная всяким барахлом. Вот сама изба. Здесь дощатый пол, потолок подшит какой-то фанерой. Потолки очень низкие, я даже в полный рост не могу встать. Здесь вот справа сразу печка буржуйка, но она провалилась, потому что она стоит на дощатом, получается, полу. Просто засыпана была песком, и она стояла на этом песке, она провалилась. Вот она считается. И здесь нары справа и слева. Посередине стоит стол. На столе есть вот такие раритетные лампы. Поэтому они работают от розетки. И керосиновая лампа, судя по всему. Тут керосиновая лампа. Угу. Нужно керосин взять. И главное, керосиновая и электрическая. Посуда какая-то. Надо оценить, что тут. Так-то, в принципе, здесь порядок, да? Mm. Сыростью вроде не пахнет. Смотри, аккумулятор стоит. Mm-hmm. Темно здесь снимать. Вот. Так выходишь с избушки. Вокруг лес. Там какие-то озера вроде как. Можно сходить посмотреть. Рук. Вот эта штучка классная подставочка вообще, да? Кто-то готовит. От чего она, интересно, такая? Да, ну не. Да. Думаете, из уголка кто-то варил? Вообще удобно, да? Маленькая такая. И решеточка есть. Маленькая, ржавенькая, правда. Вообще. Раз. Охотники. А так-то тут, когда вода низкая, где-то проход есть или? Вот тогда на гнезда езжали. Как раз напротив гнезда, Мань. Там, правда, когда сильно маленькая вода, пересыхает чуть-чуть, ручеек. Ну, можем прокопать. Да нахрен проскочил так, чтобы никто не ездил. Вот зря вы перья тут сыпите, конечно. А хотя ну, мы сейчас подделаем их туда, подскребем, да и все. Так, ну что, надо оценить фронт работ, да, хотите сказать? Даже окошко на фронтоне есть. Даже окошко на фронтоне есть. Так. Идем, посмотрим со всех сторон на избушку. Так, здесь. Так. Снег еще не растаял. Очень интересно. Так, выглядит сзади.
проконопачено мхом. Ну как проконопачено, просто проложено, не законопатили. Да, немножко покосило, конечно, ее. Фундамент такой импровизированный. Мне кажется, там просто песком засыпано. Поставлен сруб. Самое, что бросающееся в глаза, что здесь нет пивных бутылок, да. Бутылок от водки. Как на других избушках, куда не приедешь, везде все загажено именно вот этими пьянками, алкашами. А здесь прям видно, никто никогда не бухал ничего. Ну, даже если бухал, то увозил с собой мусор. Вообще никаких ни банок, ни бутылок, ничего нету. Вон какая-то баночка от паштета. Так она тоже уже такой паштет-то сейчас есть. Да есть, что нету-то? Ну, бутылок-то реально нет. Реально нет на территории ни одной банки, ни одной бутылки от алкоголя. Это очень бросается в глаза. Потому что у нас сейчас мало здесь мест таких, где не побывала нога человека. А в частности, ну, молодежь в основном выезжает в лес побухать. В таких вот избушках все загадить и уехать, оставить весь мусор. Здесь такого нет. Тут на берегу какая-то труба огромная. Что за труба, непонятно. Так. Доски, конечно же, все сгнили уже. Вряд ли что-то из них получится построить. Наверное, их просто нужно будет сжечь. Так, ладно. Попробуем сейчас тут разобрать, может, чуть-чуть.